Конец эпохи диктатора. 93-летний президент Зимбабве Роберт Мугабе ушел в отставку. Заявление главы государства зачитал спикер парламента. Его приветствовали овациями. В столице Хараре сотни людей танцуют и поют прямо на улицах. Роберт Мугабе пришел к власти 37 лет назад. Западные страны обвиняют его в репрессиях и коррупции. Ситуация в стране накалилась на минувшей неделе после того, как Мугабе уволил вице-президента, тем самым открыв путь к этой должности своей супруге Грейс. В ответ военные захватили власть в стране.